Добрый день! Приветствую вас на чемпионате по кусанию мяча. Легионеры-великаны яростно выбегают на поле. Да, этот матч обещает быть очень жарким. Свисток, мяч в игре. Но игроки не обращают на него никакого внимания. Рефери показывает замену мяча. Игра началась. И сразу же Такси Бетси заносит его в ворота противника. Гол! 1-0. Команда ликует. На поле началась потасовка. Судья пытается остановить конфликт решительно, но бережно отнимает футболку у 17-го номера. Это желтая карточка. Джек Рассел Флэш не согласен с решением судьи. Судья назначает пенальти в их ворота. Это шанс сравнять счет. Шибаину Бэк, что же ты чешешься? Забивай! Но звучит финальный свисток, и матч подошел к концу. Мы поздравляем команду легионеров с безусловным чемпионством! Педигри с кальцием и фосфором для крепких зубов вашего чемпиона.